Хочешь скинуть несколько килограмм? Мечтаешь о красивой фигуре? Тогда тебе нужен биостимулятор AB Jimmy. Сгонять жир, качает мышцы. Сделай заказ прямо сейчас. Переходи по ссылке, не упусти свой шанс. Блядь! Стоять мне эту тёлку. Да. На эту карту? Нет. Бред. Да, это бред будет снизу, ни о чем. Это вообще ни о чем, правильно? Угу. Услышу, просто повесить. Просто карту? Да. Нет, просто это. Вот на этот стенд мы будем вешать, да? Вот этот. Нет, не сюда, в коридор. А, ну в коридор, но все равно, я думаю, без этого. А это куда? Это надо? Так, ладно. Тебе Ил привет передал. Я в кенте. Не смейся. Угу. Общага. Мою презентацию делаю. О, здорово. О, она классная. Вот она мне... Вань. О, это твой детство. Отстань, я нормально в детстве была. Это мало, еще такой один найти, посмотрите, да? Да. Кстати. Мы вдвоем. Нас просто английского сняли. А, да, вы нас снимете с английского, да? А вот смотри, тут у меня есть правовое пространство школьников. Во. Пространство. Классно же, да? Сейчас я слезки подставлю. Да не надо ей слезки. Какой? Сделай чуть побольше. Дай. А побольше он дай, меня не обрезает. Дай, пожалуйста. Сейчас. Дай. Нет. Шат. А лайки? А с какой урок сейчас? Го. 7 класс вроде. А что еще сделали? Какой еще уголок второй бы сделали, а? При экономике? Пожалуйста. Ваня, улыбнись. Нет. Я не улыбаюсь. Здесь никто не кидает. Ну какая-то ущербная. Что с ней сделал? Я, собственно, как и ты. Спасибо. Я не попадаю. Она пикси меня сделала. Была нормальная. Что ты с ней сделал? Я не знаю. Да мы просто сейчас картинку вырезали, сейчас другую вставим, там просто девочки некрасивые. Не здесь тянуть надо, а вон за тот уголок. А что мы сейчас сделаем? А жестокое обращение с детьми. Там просто девочка, если в черно-белом распечатывать, то некрасиво. Да, мы сейчас другую девочку делаем. Девочку. Бодро. Ну, в принципе, он будет нормальный, я думаю. Он будет как раз весь залепленный. Нет, а внизу будет горчать. Ну да. Не-не-не.